Дмитрий Кузнецов, Евгений Алдонин, Дмитрий Попов, Александр Шмарко, Роман Орищук и Константин Головской. Известные всему миру имена. Звезды футбола сыграли дружеский матч на Щелковском футбольном поле. Это игра на интерес, из любви к футболу. Это встреча друзей, внеочередная тренировка спортсменов. Ведь большой футбол начинается с любительских матчей. По приглашению щелковских бизнесменов, такую игру удалось осуществить на запасном поле универсально-спортивного комплекса в Подмосковье. Знаменитые спортсмены на протяжении 50 минут, несмотря на почти 15-градусный мороз, провели эмоциональную и заряженную на борьбу игру. Команду выдающихся спортсменов, многие из которых бывшие игроки сборной России, возглавил мастер спорта международного класса, старший тренер футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Кузнецов. Немногочисленная команда профессионалов в составе 4 игроков и вратаря сыграла против спортсменов-любителей в преобладающем количестве 6 плюс 1 вратарь. Ее возглавил заслуженный мастер спорта России Евгений Алдонин. После первого тайма именитые спортсмены вели со счетом 2-1. Уверенно начали игру и после перерыва. Во втором тайме почти на протяжении всей игры они вели со счетом 5-2. Но на последних минутах ситуация начала меняться. Конкуренты почти сравняли счет, окружив последние 5 минут врата противника. Какая интрига. Кажется, все уже окончательно. Нет, один мяч забивает, второй, третий, 5-4. Вот сейчас будет ничья. Болельщики ревут. Фантастика. Такой футбол нам нужен. Яркие голы, многолетний опыт и мастерство, отработанная тактика, накал страстей. Знаменитые спортсмены показали красивую, слаженную игру. Несмотря на значительное численное превосходство команды любителей, профессиональное мастерство игроков мирового уровня налицо. Когда идет диагональ при нехватке освещения, и люди все равно, я не знаю, на свист, на ощупь, они все равно чувствуют друг друга. Они каким-то, я не знаю, спиной понимают там товарища и где-то на какой-то там, я не знаю, забивают такие мячи. Ну, да, сыгранные, понимают игру, вот, и такое ощущение, что ему света-то не надо было. Дружеский матч стал приятным сюрпризом для жителей района. Игра в удовольствие, непредсказуемые повороты и яркая победа. Ведь за это мы и любим футбол. Класс, уровень футболистов, профессионалов, хоть они и в возрасте, но все равно еще есть порох в пороховницах, так что ядра. Так что вот так вот. Ну, ребята, я думаю, все равно все довольны остались, все поиграли с удовольствием. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».